Здравствуйте, игроманьяки, с вами Джейсон, Фредди, каналы Трубади Геймс и Фредди Плей, мы играем в Rocket League 4x4. Здорово. Это умопомрачительное, зубошибательное, мозговыносительное представление, которое мы вам представим. Да, детка, представим, на какие кнопки тут играть-то после God of War? Я, кажется, нажимаю R2. Точно. Давай, погнали, голубчик, погнали, бум! И ой. Начнется адовое представление. Я немножко раскрасил свою машинку. У меня теперь малазийский флаг. Зачем? Я из Малайзии. Ну нахера ты его, придурок, что ты делаешь? Тихо, Джейсон. Да кретин, потому что я забиваю, значит, в ворота противника мяч, он встает на пути. О, я взорвал чувака! Прямо наших ворот. Да, я видел, отлично, молодец. Все, мячик отлетел. Слушай, мячик 4 нужно. 4, конечно, это... Мячик нужно ловить. Не силово! Давайте, забивайте, сукины дети! О, не! Что такое? Как я? Стоять бояться. Давай! Нет! Суки! Кто-то мне в задницу въехал? Крюгер? Нет, не я. Крюгер. Я видел. Меня взорвали, чтобы им было пусто. Давайте. А! Не туда, блин! Ушел. Блин, я промахнулся. Как я мог так промахнуться? Нет, это недопустимо. Я только-то взорвался. Блин, что-то я как-то разучился в это играть. Дефис какой-то. Так, выбил. В сторону противника, меня опять взорвали. Но я не плачу и не рыдаю. Правильно, не надо этого делать. А-а-а! Зараза такая. Так, на середине. Дымки. Мечи, не мизиды дайте. Какие мечи? Не мизиды, какого к черту не мизиды? Ну там God of War. Да я помню, да. Так, давайте попробуем подождать. Наше ожидание ни к чему не привело. Жопка отбил. Давайте. О, пошел! Нет. Его мастерски выбили. Я не знаю, у нас какие-то бешеные парни в команде. Потому что они творят какую-то херню. Да вообще тут все творят херню. Потому что 4x4 это более ожесточенная битва. Блин, я промахиваюсь. Нет. Ой, было близко. Я никого не взорвал. Так, он летит на центр. Я промахиваюсь. Я тоже. Черт, его выбили. Бланка в его... Сальто Мартелли. Не могу попасть даже по мячу. Да это пипец какой-то, слушай. Отлично, так вот, отворотал. Ну вот смотри, и что он делает? Что он, сука, делает? Ой, это вообще пипец опасно! Пошли его в задницу! Ха-ха, уроды! Давай! Нет! Блин! Ай! Я не попал? Попал.
Блин, ну это жопа, конечно. Вообще жопа, я его... Ай, меня тут зажал какой-то хренасос. Ну, качется же! Да! Слушай, ну долго гоняли вообще. 4 минуты гоняли, никто не мог загнать. Охренеть вообще можно. Фу. Отличненько. Аллилуйя, аллилуйя. Так, сейчас должны, давай. Так, газу, газу, газу. Просто выбили куда-то его в бадовое да. пространство. Ну, пошел же. Пошел, но не дошел. Дошел, да. Блин, кто меня опять толкнул? Какая я... Тебя толкнул Эдуразу Азузал. Понятно. Передай этому Эдуразу. Ты чё вообще делает, а? 12 секунд. Он вырывается. Нет, забьёшь же сейчас. Да. Охренеть. Сука. А знаешь, что почему? Потому что ты меня подрезал. Ну блин, бывает. Да. Ладно, сейчас сделаем, погоди. Выбил. Но он до центра может долетит. Забивай. Ну что ты делаешь? Кретин, да? Блин. Блин, какой ты дурак. Я промазал. Ну сейчас у нас будет овертайм. А, у нас уже овертайм, все. Уже овертайм. И он на нашей стороне поля. Сейчас нам забьют? Нет, нет. Нет. Ну выбейте кто-нибудь, ты хоть кто-нибудь. Так. Здорово. Да ёлким макарёк. Молодец. Молодец, это просто это наш, супер. Да? Ну я его жопой отогнал, а он забил. Сейчас смотрим. Бум! Классненько. Классненько залетел. Наматерился и вышел такой, типа, вы все ублюдки. Да, да, да. Столько моментов запорол, блин. О! Погнали, keep on rolling, baby. Но за синих нам должно повезти. Ты думаешь? Ну сейчас они все законнектятся только. Джейсон толкнул тебя. Пинка мне для ускорения, да, я так понимаю. Выбил. Эх, четко. Ты! Четко выбил, красавчик. Подожди, что, наши ворота? Нет. Противоположные команды, мы же не эти. Отлично, молодец, yes! Спасибо. Красавчик. Вот это пошла, пошла. Пускай не скажут ему спасибо. Смотри, так аккуратно, опа! Слушай, мне кажется, он ворот перепутал просто. Не знаю, не знаю, но нам это на руку. Ну, определенно. Сила радуги. А вот там сила радуги. Вот так вот, блин. Так я четко сейчас направил. А публика ликует просто. Не знаю. Сейчас нам забьют. Нет? Не, нет, не нормально, выйду. Давай, закатывай. Да ты, блядь! Да, бывает сюда. Выбил его из ворот просто. Спасибо. Ну, закатывай! Штанга! Блин. Верно. Кого-то я взорвал. За что ты его? Отлично. Вроде да, пошел он отсюда, пошел отсюда. Блин! Нет! Нихера!
Охренеть, вот это было красиво. Это было глупо, опять же. Если бы наш его центр. Ну хотя. Тут не угадаешь. Охренеть выйдет. Давайте! Давайте! Нет! Выбить его! Выбили. Какие-то котлы, котлеты какие-то, господи. Чего? Какие но котлеты? А-а-а. Вот это выбили. Здорово, здорово, давайте, давайте, ребят, я вас верю. Почти. Фак. Давайте, 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 давайте. Давай, е! Yeah! Вот это нормально. Вот это нормально пошло. Чпонь так, аккуратно. Да, прям ух. Перенапрягся, думал, сейчас пукнул. Нормально, газку поддался. Блин, не ожидал такого поворота событий. А-а-а. Куда же так далеко? Зачем ты вы так делаете? Да зачем? Кто его так ускорил? Отлично. Ну, пошел же туда, да, идет? Нет. Туда идет. Блин, промахнулся. Давайте, 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 давай, Крюгер, Крюгер, давай, 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 давай. Отлично. Да! Да, вот это вообще красиво было, блин, я рад, я рад. Смотри, смотри, такой. Аплодисменты, аплодисменты, кончили аплодировать, погнали. Так, как выбили нашу зону. Пипец, какое-то убийство просто. Убийство, и почему-то это убийство на нашей зоне. А. И. Выходит, выходит. Нет, не выходит. И заходит обратно. Анализы, анализы спасай! Анализы, анализы, да. Ой, нет, забью, забью, забью! Давай, давай, выводи, выводи. Центрифуга. Центр... Куда? Куда? Да ты забил, что? Кал сдать пойду сейчас. Да в двух штанинах лежит. Давайте на центре почти. Давай, 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 давай. Что-нибудь сделайте такое красивое, сука. Так, на центр. Ай, нет, я в воротах хвалящего. Да, ну! Давай, да, да, да! Блин, вообще жестоко просто. Скажем спасибо нашим противникам. Да, они что-то там это, походу. Ошарашены, блин. Так, 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 так. 12 секунд, не дайте им сделать ничего. Вот так вот. Блин.
Блин, это опасно. Все. Головы не выиграли. Radio Static Go. Готов? Готов! Вы готовы, дети? Так, куда-то вылетел. Спасибо, что толкнули меня. Это то, чего мне так не хватало. Спасибо еще раз. Ах ты, гребаные матрешки! Вот Скотт Пилигрим! Мне аж стик слетел опять. Так, выбил! И он тоже выбил его. What the fuck are you doing, madness fuckers? Да, они какие-то madness fuckers. О! Хорошо толкнул, давай! Отлично! Красавчик, молодец, спасибо! Спасибо! Спасибо, дружище. Бум. Шалакалака. Красиво зашло вообще, прям. Прям разрыватель очка какой-то. А, ты посмотри! Ни хрена ты вратарь, ты чё, блин, это что ли? Блин, не попал. О, фак, надо спасать. Ой. Охренеть. Что творят? Что творят, ребята? Слушай, он гребаный вратарь, он точно. Он точно из FIFA. Он Акинфеев, не меньше. Ага, из FIFA, да, Акинфеев. Из FIFA, блин. Ну, иди в жопу. Ай, нет! Блин! Ну, это во всем вы виноват. Ну, я, конечно, тоже там поддал жару, но я вроде не от меня улетел, нет? Нет, не от тебя. А может, и от тебя. Бог рассудит. Так, ушло. Ушло на центре. Этот гребаный вратарь, блин, еще на меня приземляет. Пошло. Давай, ребятки, давай, закатывай, молодцы. Наконец-то, грамотно сыграла. Я удивился, как эти не забили еще. Ой, эти свои? Да. И они решили уже это, не лезть на рожон. Ой, пролетел чуть я мимо. Вот это плохо. Ой, выгоняй! А кому? Некому выгонять, нет никого. Да уж. Ну, блин, как-то он странно, он то сидит в воротах, то, блин, выезжает. Да он знает, когда преимущество на их стороне, когда нет. Странно, я его выбил в другую сторону, он полетел к нашим воротам. Пошел ты нахер. Блин, с задницей ты обалдел, что ли? Да он вообще какой-то мистер Мастак, блин. Мистер Задница. Не попал? Чё? Ах ты гребаный! Ребята, спасай. Спасай как хочешь. Опять забил, сука. Опять он, да? Да. Вот найдется всегда в команде какой-нибудь херосос, который сидит и годами, ой, тут сутки сидит играть. Причем он его закатил так спокойно, как бы так и надо, блин. Ну да, да. И опять на наши... Да, что-то я не попадаю. Так, летит на середине. Ага. Собака, блин!
Так, вытолкнул. Отлично. Чувака вытолкнул. Блин, там вообще мясо какое-то. Блин. Зашибись. Ах, промазал. Нет! О, вытаскивайте его! Вытаскивайте! О, отлично! На середине! На середине! Сейчас будет на середине! Ёп! Ты мой вес снес всё-таки! Не попал опять я, да что ж такое-то? Как же он не ускорился? Ну как так-то? Как так произошло? Ёлки-палки, опять улетел там. Нормально, нормально, нормально. Давайте, сейчас можно вштырить. Отлично, о, спасибо. Нет? Нет, 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 не спасибо. Он вштырил себе в штангу. Вот вам назад мячик, он там, у них. Он у них. Блин, мы уже на крыше с чуваком просто заехали на крышу. Решили проведать, как там дела. Ну, загонят сейчас. Я не попал. Я тоже. Сука. Какой кошмар. Опять я не попал. Давай. Да. Там и ты, и я, и вместе засунули. Засунули. По самые яйца. Вообще, дайки. Просто бумперами вцепились. Сейчас главное не просрать момент. На центре. Все возможно. На центре все возможно. Будет дополнительное время. Я надеюсь, что оно будет. И главное сейчас не расслабляться. О, это напряженная битва. Суки. Быстро на нашу половину, быстро. Все, пиздец. Просто. Хорош! Просто. Хорошо было. А он подождал. Подождал и забил. Ну чего, блин? Негодяи. С вами были Джейсон и Фредди. Канал Фредди Плей Турбани Геймс. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока. Пока.